Приветствую всех! Сегодня мы отправляемся в парк развлечений Эверленд, который расположен в городе Йонин. Скоро Рождество, поэтому праздничные декорации на каждом шагу. А снег, не такой уж частый гость в Южной Корее, делает настроение еще более праздничным. А это знаменитое дерево, возле которого фотографируются все, кто приходит в Эверленд. Так как выпал снег, то некоторые аттракционы были либо вообще закрыты, либо проходили проверку в тестовом режиме. Вот Викинг, например, катался без людей. Не работали лишь некоторые большие аттракционы, которые сложно почистить от снега, такие как колесо обозрения и американские горки Rolling Extreme и T-Express. Так что если вы фанат экстрима, то нужно с осторожностью выбирать день посещения. А если вы боитесь страшных аттракционов, то снег не помеха. Кстати, в такой погоде был большой плюс. Народу в парке было немного, и в очередях не нужно было стоять по 40 минут, максимум минут 5. Это видео такое трясущееся, потому что снимала его одной рукой, а второй стреляла по врагам. В парке также много детских аттракционов, так что можно приходить всей семьей. Огромная елка, внутрь которой можно зайти, но так как снег таял и капал на голову, мы решили полюбоваться ею снаружи. Помимо аттракционов, в Эверленде есть разнообразные животные. Эти медведи просто прелесть. Водитель бросает им корм, медведи его ловят, а огромные вороны пытаются его украсть. Отправляясь на аттракцион Lost Valley, вы садитесь в автобус без окон, который не только ездит по земле, но и по воде. We'll be right back.
Также в Эверленде есть Panda World с милейшими пандочками. Но об этом будет отдельное видео, так как если я добавлю их сюда, то это видео будет просто длиннющим. Тем временем стемнело, и мы снова отправляемся к аттракционам. Ну и, конечно, нужно насладиться вечерней иллюминацией и рождественскими декорациями. Кстати, по всему парку установлены обогреватели или вот такие палатки с обогревателями внутри, чтобы посетители не замерзли. Не могу пройти мимо таких снеговиков. Видимо, работникам было очень скучно. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие прогулки и не потерять видео в ленте подписок. Всем спасибо за просмотр!